складной нож SteelWheel Modus F25M14. Он лежит в красивой картонной коробке и надежно запакован в защитную пленку. Также в комплекте с ножом есть инструкция и сертификат, подтверждающий то, что нож не является холодным оружием. Интернет-магазин «Попади в десятку»! Рукоять у ножа серого цвета, у нее цепкая рельефная поверхность, а сделана она из современного материала G10. Клипса ножа по умолчанию расположена на его правой стороне, для ношения ножа внутри правого кармана. Но эту клипсу можно переставить, для этого на другой стороне рукояти также есть отверстие. Для открывания здесь используется флиппер, позволяющий быстро и удобно делать это одной рукой. Для запирания лезвия используется простой и надежный механизм Liner Lock. При открытии ножа его флиппер становится удобным под пальцевым упором, а большой палец удобно ложится сверху, на цепкие насечки. А теперь мы покажем несколько кадров этого ножа крупным планом, в макрорежиме. Материал клинка этой модели сплав D2, его твердость 58-60 единиц по рокволу. Также нож можно подвешивать за шнурок, для этого в его корпусе есть специальное отверстие. Длина ножа в разложенном состоянии 170 мм, длина клинка 70, а толщина 2,5 мм, длина рукояти 100, и весит он 100 граммов. Все ножи, продающиеся в нашем магазине, не являются холодным оружием. Свободно продаются, покупаются и могут переноситься гражданами. Сертификат, подтверждающий это, есть у этой модели в комплекте. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.